Ну что, мои дорогие, вот купила я три молда, вот такой вот с ключами с разными. Купила я их в магазине «Художник» на Ленина, напротив детского мира. Вот такие всякие бабочки, стрекозки, божья коровка. В общем, короче говоря, насекомые. И вот такой молд. Ну и что? И хочется мне, конечно, их протестировать. Что получится? Сейчас попробуем. Вот такая вот у меня паста самозатвердевающая. Не надо ее ни запекать. Ничего с ней не надо делать. Надо поразмять как следует. Вот, понравилась она мне, потому что она самая дешевая. Ну, это, в общем, у меня первые, скажем так, оттиски. Ну, посмотрим, как получится. Сейчас помнем и попробуем. Сохнет сутки. Ну, само изделие, когда вы его сделаете. Так, сейчас попробуем. Посмотрим, что получится. Так. Ну, все я не буду делать. Интересно очень ключик попробовать сделать. Ну, рукам у меня еще не набито, сами понимаете. Посмотришь, конечно, как девочки делают у них уже. Все само по себе происходит. Тут пока все не так. Вот. Раз. Это, скажем так, для начинающих. Так, а вот такую штучку, ее можно использовать. Можно серединку отдельно. Можно вот эти вот окончания. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Излишки надо снять будет. Все. Мне интересно, какого качества оттиски будут. Хочется посмотреть. Так. Да, кстати, еще мне чем понравилось, тем, что очень легко смывается. Просто замечательно. Ничего не остается. Красота. Так. Это все сейчас снимем. Я вам напоминаю, что я сама вместе с вами учусь. Поэтому уж строго не судите. Ну, кто если не знает, я
делаю украшения. И люблю декорировать всякие предметы. Ну и думаю, почему бы мне не заняться, поработать с молдами. Для декорирования всяких вещей. Так. Тут что-то. Я почему и показываю, что не бойтесь что-то начинать новое для вас. Не боги горшки обжигают. Ну, может быть, сначала не получится так аккуратно, как у людей, которые давно этим занимаются. Но все равно же получится. Правда? Так. Так, ну, собственно, то, что там не снимется, потом можно обрезать. Ой. Так. Сейчас. Надо пробовать. Не попробуешь, не поймешь, получится что-то или нет. Правда? Тут такие, конечно, детальки на этих ключах. Не знаю, как они будут вылезать оттуда. Так, ну ладно, а вот это мы сейчас еще раз помнем и вот сюда добавим. А ну, конечно, когда уже потом привыкнешь, рука набьется, оно руки чувствовать сами будут, сколько надо. Ну, пока не чувствуют. Так. Нет, пока. Видите, как? Ничего. Терпение, труд, все перетрут. Не знаю, может быть, я нажимаю сильно, не знаю. Как? Тут никак не хочет вот эти вот кусочки. Ну ладно.
Ладно, сейчас посмотрим. Можно опять все собрать, размять и к пасти назад добавить. Храните пасту в строго закрытом виде, без доступа воздуха. Так особенных условий для ее хранения нет. Ой, ну что? Попробуем. Ну, с Богом. Все надо. Девчонок, которые этим занимаются, у них так это все легко прям. Оп-оп-оп. Хо-хо. Ну, вот это можно отрезать, можно отщипнуть лишнее. Ну чего, прям вот рисуночек так прям хорошо получился. Так. Сейчас попробуем божью коровку. Оп. Ой-ой. Опа. Ну, конечно, тут очень вот эти лапочки прям. Вот видите, девчонки, видно вам? Ой. Так. Ну вот все это я обрежу, высохнет. Я вам потом покажу, какие они будут. Сейчас-то они такие слабенькие, конечно, нежненькие. Сейчас вот эту вот длинную, как ее. Так, вот тут, видимо, явно лишнее что-то. Так. Не знаю. Так, ладно, это мы обрежем потом. Ой, не знаешь, с какой стороны начать-то. Так. Оп. Так. Сейчас, девочки. Опа, сейчас мы. Сейчас мы. Ну, ну, вот, вот, вот это, ничего, потом привыкнешь. Уже будешь знать, где тут дырочка, где не дырочка. Сейчас. Наверное, удобно зубочисткой. Ну, у меня тут такой ножик острый.
Ну что, я считаю, для первого раза очень даже нормально. Еще такие. Для первого раза, я так думаю, что довольно сложные элементы. Вы со мной согласны? Так. Как ее теперь взять-то? Ой-ой-ой. Опа. Так. Угу. Конечно, неловко получается все первый раз. Чего говорить-то? Не ругайтесь, сами попробуйте. Так, ну и что? И ключ теперь. И ключик. Ой, тут такое тоже все вот это. Ломается. Ой-ой-ой, вот это я прям даже не знаю, как это получится все. Вот этот вот. Вот это вот что-то прям сомневаюсь. Правильно сомневаешься. Вот это, может быть, надо было подождать, пока оно подсохнет. Так. Так. Так, как он тут? Как он тут? Как его расположить-то? Так. Вот это вот так, а это... Так, что ли? Да. Наверное, надо попробовать сделать и оставить, чтобы оно... подсохло. Мне кажется, так надо. Ну ладно, я сейчас еще сделаю. Еще сделаю. Ой. Ну, скорее всего, конечно, не будет держаться. Вот это дело. Ладно, мы его... как-нибудь сейчас отрежем. Обрежем и сделаем второй. Так, ну что, мой хороший, высохнет. Завтра вам покажу, что из этого получится. А ключик я сейчас второй сделаю, еще один. Ну что же, прошли почти сутки. Ну вот что у меня получилось. Так, здесь надо шкурочкой пройтись, почистить. Вот это все. Ой, они такие легкие, такие прям хорошенькие. Так, а тут тоже вот надо почистить по краешкам. Очень хорошо виден рисунок, видите, прям хорошо.
ключик. С трудом ломался, ломался, но все-таки получился. Так, божья коровка. Но ножки у нее очень тоненькие, я их решила от них избавиться. Оно и так видно, да, что это божья коровка. Вот, так что вот такой мой первый опыт. Так что, девочки, не боимся, беремся, все получится. Все хорошо. Видео у меня, конечно, получилось очень длинное. Но зато понятно, какие трудности и проблемы. Так что, кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь, и будем вместе с вами творить. В интернете огромное количество разных вариантов, из чего можно это делать самим, и молды, и чем их заливать. Так что будем учиться. Спасибо всем огромное, кто посмотрел до конца. Спасибо. Я очень рада, что получилось. Теперь можно декорировать разные предметы. Они красятся легко. Так что будем делать.